Привет, друзья, меня зовут Евгений Денисов, и вы находитесь на канале OEM ZAP. Да, на том самом канале, где ремонтируют корейские автомобили. Именно о ремонте мы сегодня и поговорим. Так иногда случается, что юные бракоделы, насмотревшись роликов в сети или даже окончив техникум на тройке, вдруг решают открыть сервис по ремонту автомобилей. Ну, как говорится, дело-то оно хорошее. Бери и делай. Но только то, что точно можешь. Шиномонтаж, лампочки поменять. Можно еще, например, детейлингом заняться, если руки слушаются, растут откуда надо и умеешь читать инструкцию по эксплуатации химии. А еще лучше открыть сервис по ремонту вообще всех автомобилей, всех марок. И легковые, и грузовые, и строительную технику, и, не знаю, даже аэросани. Ну а чего нет? Но понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что даже если ты изучил книжку о теории ДВС, это совсем не значит, что этого достаточно для качественного ремонта. Здесь важно иметь руки, которые растут из анатомически правильных мест. И еще необходим здравый смысл. Дело в том, что для вообще ремонт любого агрегата подразумевает разборку и сборку с заменой или ремонтом каких-то элементов. В том автомобиле, о котором сегодня будем рассказывать, собрать не получилось. И не получилось собрать двигатель. Нет, все элементы в порядке. Но не в порядке, видимо, руки тех, кто собирал. Grand Starex Euro 4 2008 года, 2,5 турбодизель. Развалился мотор. У нас есть контрактные моторы, вы знаете, мы их восстанавливаем. И владелец из Воронежа приобрел контрактный двигатель. Этот мотор в Воронеже зачем-то целый месяц мучили, крутили. В итоге он у них не смог завестись никак. Когда крутишь двигатель из заливной горловины, идет белый дым. Турбина там отремонтирована, какая-то китайская стоит. Они померили компрессию. Компрессия 12, 13, 14. И она не заводится вообще ни в какую. Парни устроили целый консилиум. Как бы дело серьезное, мотор денег больших стоит. Их специалист связывался с нашим Анатолием, консультировались. В итоге парни в Воронеже твердо решили, что они смогут сделать все сами и без нас. Как говорится, не такие движки ремонтировали. Все сделаем. Так вот, видимо, проблема была именно в этом. Ремонтировали, но не такие двигатели. Итог. Starex приволокли к нам из Воронежа с испоганенным двигателем, где недокручено все, что можно недокрутить. Криво воткнутая турбина, печальная обратка, чуть ли не из капельницы. И для большей радости форсунки. Форсунки, которые умудрились поставить, мягко говоря, неправильно. Я не говорю, что парни, которые делали этот ремонт, плохие. Может, они что-то другое действительно умеют делать хорошо, и люди совершают ошибку. Но есть же здравый смысл. И если не знаешь или не уверен, спроси, уточни, попроси помощи, но не лепи горбатого. Я точно знаю, что если пазл по геометрии не подходит, то методом приложения дури, слабоумия и отваги его можно-таки впихнуть в желаемое место. Вот только картинка хрен у тебя получится. Ладно, пойдемте к Анатолию. Анатолий расскажет, что именно его так сильно раздосадовало в этом двигателе. Анатолий! Что так дико не понравилось в этой тачке? Какой ужас там творится под капотом? Ну, там их очень много. Поэтому смотрите, сейчас возьмем форсуночку и пойдем глянем. Окей, я пошли. Вам все покажу. Спасибо. Вот сейчас сюда обращаем внимание. На вот сюда. Сейчас я обраточку сниму, наверное, с форсуночки. Когда у нас мы крутим, допустим, отсутствие компрессии, это гидрокомпенсаторы, рокера, ГРМ-метки. Это даже отсутствие поступления воздуха через турбокомпрессор. То есть нет воздуха в цилиндрах, нет компрессии. Также это могут быть шайбы под форсунками. Что тут еще? Ну, не знаю, даже избыточное давление, то есть если каталик забит там, то тоже, то есть у нас воздух не может взять, потому что не может выйти. И в итоге вот сразу обращаем внимание вот сюда. Кронштейны под форсунками. Дело в том, что мы их просили, говорили, снимите форсунки, проверьте шайбы. Они сняли, проверили, все. И дело в том, что вот эти 4 кронштейна, которые под форсунками держат, все стоят вверх ногами. Поставить это вот вверх ногами очень сложно. Я не знаю, но как бы когда ты разбираешь, во-первых, видишь, как там и следы есть, все. Наглядно будет вот так показано.
Вот, я взял, ну, другую там тоже от Grand Starax, но Евро-5 форсунку. И вот здесь есть такой выемка такая сферическая, отлив. Это сделано для упора, вот туда, куда упирается рядом болт. Но здесь видно, что этот отлив находится наверху. Вот он, раз, два, три, четыре. То есть, ну, следы же есть отливы. И кронштейн должен стоять вот так. То есть сверху ничего не должно быть. И здесь сделана выемка по сферическую шайбу на болту. Видно, что болт не ложится. То есть тут ее нет выемки, вверх ногами стоит. И болт придавило, перекосило. А, дело в том, что вот смотрим на форсуночку. Вот так он получается. Но если мы ее переворачиваем, то он что делает? Он берет и задирает форсунку вверх. То есть форсунка между шайбой и головкой сейчас вот так находится в воздухе. И компрессии, соответственно, в цилиндрах нет. То есть она есть, но там низковатая какая-то. Вот все, они в ногляк там перекосили. Сейчас сняли этот видео, такой маленький видео, отправили ребятам. Не знаю, как это будет решение. То есть машину на эвакуаторе притащили из Воронежа вот в Москву к нам, в МЗАП. Как мы все это будем сейчас... Кто будет за это все платить и как это будет хозяин будет решать. Визуально видно, что прям, ну, вообще бардак здесь. Регулятор давления топлива. Вот он, неоднократно я в своих видео говорил, нельзя бить зубилом. Забит зубилом. Возможно, он будет работать, ничего не говорю. Но, скорее всего, он будет работать некорректно, либо не будет работать вообще. Обраточка вот такая топливная тоже, конечно, не пойдет. Понятно, может быть, в Воронеже нет денег и нету запчастей. Тоже можем, в принципе, понять людей. Вот здесь, ну, это они мерили, откручивали, понятно. Турбина, получается, это китайская турбина, в ней китайский картридж в горячей части, холодная часть, непонятно что. Но самое главное, они сделали через два патрубка, те ребята, которые ремонтировали там турбосервис у них, провернули улитку на 45 градусов вот сюда вверх. То есть те, кто знает, что Grand Starax, эта улитка должна, вот эта часть патрубка должна опускаться вниз туда. То есть, ну, градусов где-то 35-40. То есть сейчас, чтобы провернуть, надо снять турбину, выровнять. То есть, ну, вот это все сделать. Сейчас весь этот бардак надо убрать, который здесь. И потом уже после того, как запустим, дай бог запустим, будем надеяться, что других каких-то не выскочит проблем. Еще такой момент. Всегда 99,9 после поломки двигателя датчик массы расхода воздуха забит, потому что ломается турбина, забивается все. То есть после, вот видно, они воздушный фильтр не заменили. Вот этот серый фильтр, это говорит о том, что сажа летела обратно из двигателя, он захлебывался, передувал. То есть воздушный фильтр не заменили. Вот смотрим на датчик. Датчик 100% забит. Вот она грязь, там все мазута, то есть его никто ничего не сделал. Дело в том, что если бы даже собрали двигатель, часто сталкиваемся с такими вещами, когда двигатель собирают, новый ставят и говорит, а она у меня не едет, ваш мотор плохой. Если вот этот датчик будет забит, она не поедет никуда, вообще никуда. Тут находится датчик температуры впускного воздуха и датчик массы расхода воздуха, количества. Вот этот клапан управления, я тоже понимаю, что он, скорее всего, здесь вот фильтр, они уже переделали, вот такой сделали, но они его вскрывали, что-то чистили, тоже, скорее всего, это работать не будет. Турбина будет передувать, будут лопаться патрубки, интеркулеры и так далее, так далее. Я знаю, что специалисты при снятии двигателя панели фары не снимают. Фары сняты зачем-то, кто-то там, не знаю, проводку разбирает, что-то, такие какие-то много лишних вещей. Вот, все это дело идет к тому, что если все же не знаете, не надо что-то трогать, ломать, отдайте машину свою людям, кто это умеет, ну да, заплатите больше, но зато будете спокойны, будет гарантия, будете знать, что у вас все будет на своих местах, в дороге будет надежно, потому что то, что здесь я вижу, в дороге надежно ничего не будет. То есть вот это все лопнет, это что-то развалится, все это сгорит куда-то, я не знаю, что это за сборка такая. Вот, клеммы, все это, все болтается, все висит, и тут вообще просто один бардак. Каждый хомут, каждый патрубок, каждый провод
надо переделать. Ну, вот сейчас будет решение, конечно, у нас. Если все-таки, наверное, решат у нас делать, то будем снимать форсуночки. Вытащим и покажем, как снимается, как стоит, как правильно вообще. Теперь нам придется туда новые шайбы ставить. Возможно, фрезеровку, хотя фрезеровку вряд ли, потому что завести не смогли даже машину. И дело в том, что таких машин очень много. То есть неважно, это Grand Star, Sorento или что-то, дизелей очень много. Все хотят сэкономить, все хотят сделать сами, но на самом деле все это очень сложно. Поэтому большая-большая просьба ко всем, кто смотрит нас. Вот сейчас человек отдал деньги и сейчас еще отдаст. И возможно, после того, как мы его запустим, и ему еще надо будет отдавать. Все мы знаем, дизель либо дает отсрочку, но когда он начинает брать, он заберет все и даже больше. Поэтому надо будет более ответственнее и аккуратнее, то есть в выборе техцентра, в выборе мастера или так далее, так далее. Очередной случай, с которым нам надо будет разбираться. День второй. Grand Starex из Воронежа. Завели, все работает. То есть сделали все, что и обещали, и будем делать дальше. Заменили патрубок интеркулера. Патрубок интеркулера поставили евро 5, евро 4 не было. Поменяли два ролика, форсунки, шайбы поменяли, все, перевернули кронштейны, вот теперь видим, как они стоят правильно, вот так с загибом. То есть никак они были первый раз. То есть у нас вот здесь было такое сферическое отверстие. Все перевернули, компрессия сразу появилась, все заработало. Пока оно у нас все вроде заводится, посторонних звуков, стуков нет. Здесь тоже патрубок интеркулера, вот он родной, заменили. Верхний тоже поставили, турбину прокрутили, все сделали в штатном. Воздушный фильтр поставили, все промыли, прочистили датчики. Не работает клапан управления турбиной. Ну, это как бы не удивительно, клапан управления будем тоже ставить новый, прям вместе со шланчиками, со всем. Сейчас я вам покажу, здесь это вот, это, вот этот вот воронежский колхоз. Вот это не работает. Здесь что-то, видимо, кто-то в нем поковырялся. С насоса вакуум идет, питание на клапан управления приходит, но движения от него никаких нет. Это тоже сейчас мы... Ну, мы как бы все это складываем в машину, пусть люди там посмотрят, вот, все это выкидываем. Проверим форсуночки, они вроде как помечены, что там 1, 2, 3, 4, но все равно проверим, надо ли прописать их на всякий случай. Также хозяин позвонил, сказал, что вывалился гидротрансформатор с коробки, вылилось масло. Сейчас будем выставим уровень. Уровень у нас щуп здесь. Находится, то есть попроще, не на коробке там, через отверстие. Соберем вот эту криво разобранную панель, которую мы уже радиаторы здесь помыли, все чистенькие, подготовили. Течи масла вот заводили, уже нету. И надеемся, что течи охлаждающей жидкости и кондиционер заправится, и все будет работать. Компрессор у нас сам, вот он, не заклинивший, качает. То есть есть надежды. Вот он, вентилятор здесь. В городе Воронеж уже переделали его. Какой-то другой стоит электродвигатель от чего-то. Не знаю, может, какой-то BMW или Audi. Тут переделано. Но охлаждающей жидкости не было, зальем. В принципе, все. Сегодня соберем, закончим и будем отдавать. В итоге, друзья, суть всей истории заключается в том, что да, необходимо выбирать проверенных мастеров, проверенный сервис, проверенные места, где есть классные отзывы, где есть какая-то большая достойная история ремонтов двигателей, ремонтов ваших автомобилей. И в идеале, конечно, ну, смотрите, согласитесь, серьезно, ведь если мы возьмем сейчас все автомобили всех брендов, ну, невозможно найти такого механика, который знает идеально каждый двигатель, каждую линейку в каждом конкретном автопроизводителе. Да, двигатели
перетекают из одного концерна в другой, но тем не менее нюансов очень много, и эти нюансы нужно знать. Ну и желательно, чтобы руки все-таки росли откуда нужно. Так вот, затея в том, что если ты заботишься о своем автомобиле, привози его туда, где о нем позаботятся так же, как если бы ты это делал сам, но только со знанием дела. Подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте про колокольчик. С вами был OEM ZAP, Евгений Денисов. До скорых встреч. Oh.